Abanico, el trago de los amigos, caballero. Наш город представляла команда «Арданс» ДЮСШ отдела образования под руководством тренеров Татьяны Валеевой и Дины Акмаловой. Нефтекамцы выступали в возрастной категории юниоры в дисциплине аэробика. Команда представляла новую танцевальную программу. В течение всего дня соревнований девочки доказывали свое мастерство. В финале танцоры «Арданса» вошли в тройку лидеров, заняв второе место, уступив хозяевам соревнований команде «Самарочка», действующим чемпионом мира. На сегодняшний день нефтекамская команда готовится к ответственным соревнованиям. Кубку России и всероссийским соревнованиям по фитнес-аэробике, которые пройдут также в Самаре. По результатам состязаний будет сформирована команда для участия в чемпионате и первенстве Европы.